Всем привет! Время отдыхать, и прямо сейчас я подскажу вам, как провести выходные продуктивно и зарядиться отличным настроением. Поехали! В воскресенье на сцене театра «Самарская площадь» покажут темную историю. Так называется спектакль, но это совсем не значит, что нужно ждать детектив. Легкая комедия как раз для выходного дня. В центре внимания молодой начинающий скульптор, который вместе с невестой ожидает приход миллионера-коллекционера, чтобы удачно продать свои работы. На встречу также должен прийти отец невесты для знакомства с героем. Чтобы произвести впечатление на всех сразу, герой без спроса одалживает у соседа его мебель. И по всем законам жанра в один момент приходят все и сразу, включая соседа. Музыку Вивальди, Телемана, Баха исполнят на рождественской музыкально-художественной встрече в эту пятницу. Кирха наполнится чарующими мелодиями домры и органа. Вода, заряженная на успех, новая выставка, на которой показывают, что искусство – это магия. Или наоборот. Здесь можно будет послушать гороскоп, написанный нейросетью, превратить обыденный предмет в предмет искусства в специальной станции подзарядки, очиститься в исповедальне Шредери, получить ответ на сокровенный вопрос при помощи NFT-картины, помедитировать, извлечь пустоту из парадоксального ящика, отправиться в киберпортал в галерею Нижнего Тагила, осуществить танцевальный ритуал в магическом круге и выпить заговоренной воды. Некрасовская 2. Галерея «Новое пространство» приглашает самарцев на выставку «Против течения». На ней будет представлено около 200 работ в различных жанрах современного искусства от более чем 40 самарских художников. Увидеть можно до 16 января. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. Помните о необходимости маски. Масочный режим в регионе продолжается. Будьте здоровы. Пока-пока.